Всем привет, дорогие друзья! В эфире телепрограмма «Пропеллер». Всем привет! Привет! Классно, у меня дебют сегодня. Я вот впервые сижу по центру. Да, занял мое место и радуется. Первый сюжет у нас посвящен новогодней елке. Елка должна быть натуральная, потому что вот этот запах мороза, когда ее только приносят в квартиру. Я за искусственную елку. Она и смотрится красивее, ее можно под себя как-то сделать. И по поводу аромата есть ароматизаторы специальные. Освежитель воздуха. Нет, ну вот специальный хвойный ароматизатор. То есть все сделано для людей. Елочка на елочке. Одна из причин, по которой мне нравится процесс украшения елки, то, что всегда вы можете наблюдать вот по елочным игрушкам. Вот эти купили еще до вашего рождения, еще советские игрушки. Вот эти уже, помните, вы были детьми, сами их выбирали. Вот это уже вы сами в зрелом возрасте пошли купили. И вот по этой елке можно весь путь жизни проследить. Да, но минус в том, что их очень тяжело сохранить. Есть у нас одна игрушка, такой большой лимон, которому уже лет 40, наверное, была, в общем. По всей стране наши необъятные проходят такие замечательные подготовления к новогодним праздникам, и наш город, конечно же, не исключение. Сегодня мы находимся на площади Орджоникидзе, где Дед Мороз вместе с Чизханом и татарским Дедом Морозом Кыш-Бабаем зажгут первую новогоднюю елку в стране. Второй сюжет у нас посвящен северному меридиану. Ты не торопись. Начнем с того, да. Подожди. Квест-игра проводится это в музее Ярославского, и школьники и студенты могут прям на живом примере, на экспонатах музея узнать элементы истории, этнографии и всего остального. Я, как принимавший участие вот в этом северном меридиане... Среди школьников там соревновался. Ну, конечно, я решил, ну да, хоть что-нибудь выиграю, может, хоть среди школьников мне повезет. Многие артефакты этого времени, пусть даже в виде реконструкции какой-то исторической, они очень интересны для изучения, и я, в общем, получил удовольствие, наблюдая за этим и принимая участие. Все-таки со школьниками соревновался. Он был ведущим на станции. Станционный смотритель читала? Да. Кто написал? Пушкин. Сегодня команда телепрограммы «Пропеллер» посетила ежегодное мероприятие «Северный меридиан». И немного об этом и чуть о другом в нашем сюжете. Я сегодня была на станции ювелирных украшений народов Саха. Задавала ребятам вопросы. Сколько весит украшение якутское? Оно весит 20 килограмм. Также у меня были пазлы, был монотонный рисунок, он был разрезан, его должны были собрать. Держи. Ва, оно не крутится. Это зал малочисленных народов. В этом зале для всех команд задание, вот им представляется орудие труда, они должны собрать его. Это орудие для добычи огня. Ну, вообще.
вообще мероприятия хорошие, как бы, да? Вопросы такие интересные. Интересные или сложные? Ну, интересные и сложные. Сложные и интересные. Да. Ну, мне понравилось, очень такое позитивное шоу. Я больше узнала про историю Якутии. Очень много интересных заданий, связанных с различными истоками Якутии. А что тебе больше интересно, прошлое или будущее? Будущее. Скорее, будущее. Наша рубрика называется «Мама, я Макфлай». То есть сейчас мы с тобой переносимся на 10 лет. Ты сдаешь мне новостройку. Здравствуйте, Алексей. Я тут построил здание. Ага. Принимайте работу. Алексей, смотри, какую девятюху бабахала. Отлично. Почему ты ее строила 10 лет? Я тебя знаю с 2015 года. Ну, девятюха, один этаж, один год. Ну и один год так. Пятикомнатная квартира, три этажа. Я думаю, закончил. Следующую ситуацию, когда ты стал моей женой, думаю, выигрывать не буду. Я тебе еще с утра сказала, выброси мусор. Как идешь на работу, трудно взять с собой мусор? Представь, что ты стала режиссером. Камера, мотор, поехали. Что? Итак, Славка, ты неправильно делаешь. Работаем, работаем. А что, что, с чего начать-то? Почему у тебя так голос смешно так? Как ты ешь людей, покажи. Вот, ты же как медведь это делаешь. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют дедушка и бабушка Романа. Дальше я? Дальше ты. Что говорить? Дальше я. Прошлое или будущее? Ну, то есть есть люди, которые только вот в прошлом. Вот раньше было. Нет, как, это, а будущее? Это, по-моему, неправильно. Надо думать и о прошлом, и о будущем. Потому что, зная прошлое, мы можем не допускать ошибок в будущем. Как сказал-то? Наш третий сюжет посвящен... Hello, my dear friend! Не знаю, почему я это сказала! London is the capital of Great Britain! Nice to meet you! Let me speak for you! From the bottom of my heart! По нашему маленькому безумию камерному вы могли понять, что наш третий сюжет касается английского языка. Дело в том, что у нас в городе есть замечательная школа изучения английского языка, которая проводит интересные мероприятия, а именно коллективные просмотры разных фильмов в оригинале. И в преддверии премьеры нового эпизода «Звездных войн» мы побывали на показе 5-го эпизода «Звездных войн». Мне по-английски что-нибудь говорят, или какой-нибудь фильм идет без субтитров, то есть я стою, картинка, смотри, солнце, машина, и все. Вау, классно, актер упал. Ну, то есть, я в школе не учил английский язык. Английский язык учить надо. Ну, это само собой. Кушать надо, английский учить надо, одежду носить надо. Ну, это да, но я в школе почему его не учил? Я, говорит, в школе-то почему всего этого не делал? Да, почему я это не делал? Да, глупый, потому что я был школьник. Здесь реализована коммуникативная методика. То есть весь наш процесс обучения, он строится на живом языке. В группе все равно все слушатели, они ориентированы на преподавателя. И когда, например, преподаватель что-то предлагает, тот же выезд, например, на техтюр, то ну, его поддерживают. Outside of the classroom style is so much more beneficial for the students because they don't realize they're learning at the same time. At I Speak English, we hold every Friday night a film night, which is a celebration of cinema and also a celebration of the English language. And it's an incredibly social event. Это и есть вот цель. Смотря фильм, изучить английский. Вот я, например, изучил английский, смотря фильмы, играя в видеоигры.
Сначала ведет Уилл, говорит там пару слов, добро пожаловать, про фильм пару слов. Те, кто есть время свободное, остаются и, ну, немножко общаемся. Ну, на русском общаемся, на английском, вот, мнениями. Можно там покушаем печеньки, выпьем чаю. We play more modern films, as well as we like to play some good classics as well. At the moment we're working through the Star Wars saga before the new movie is released, as a sort of homage to that. Gennett and I are both really keen on cinema. We're both film nerds, I guess you'd call us. And I studied cinema for a while back in England. When I was a kid growing up, my dad used to sort of show me some real classics from Spielberg, and Jaws has always stuck in my mind, especially that famous "You'll need a bigger boat" when the shark finally emerges. You're gonna need a bigger boat. You're gonna need a bigger boat. В будущем планируем русский фильм показывать с английскими субтитрами. То есть, ну, и вот, и хотим, чтобы вот люди приходили и обменивались опытом. Общались, допустим, носители языка, учить другого носителя языка. И вот так вот, обмен опытом. And we think it gives people a chance to experience new aspects of English, because often when you're learning a language, it can be very, you can learn very simple and very basic situations, like going to a shop. But watching that language being used in a sci-fi movie is Tatooine is exactly yeah difference. Yeah. Listening to Darth Vader speaking is definitely different to listening to sort of a training teacher talk. To be honest with you, Yakutsk has more English-speaking people than any other place I have lived at. I'm actually astonished by that. Because it's such a small town, and yet they have a wide range of people who speak English and speak English very well. It's amazing. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, смотрите наш канал YouTube. До скорой встреч. Всем пока. Всем пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Агентство «Анна Долини» и телепрограмма «Пропеллер» представляют 26 декабря Европа-клуб, главная рок-елка Якутска «Рок-мороз». Вас ждут живая музыка, новогодний квест, чемпионат по рок-бенд 4, новогодние сюрпризы, Xbox One от магазина видеоприставок «Аркада» и крутой планшет от «Технокорпус». Билеты из кассах кинотеатров «Центральный» и сети магазинов «Аркада». Возрастное ограничение 16+. Let's kick it.